Сделать ремонт, увеличить штат врачей и расширить зону обслуживания. Актуальные вопросы по ФАПу Грибовский активно обсуждались на прошлой встрече с жителями поселка Внеисок. Перемены начались. В течение 2 недель набирали необходимых специалистов. Врачи уже принимают пациентов. Невролог, он прием осуществляет по средам, педиатр по вторникам и четвергам. В эти же дни, вторник и четверг, проводится вакцинация детей. И раз в месяц, первую субботу, проводится туберкулинодиагностика. Не только ФАП, но и подъезды нуждаются в ремонте. Жители отмечают, на лестничной площадке дома номер 6 работники управляющей компании уже давно не обращают внимания. Проверить объекты, которые должны обслуживаться регулярно и в сжатые сроки. Устранить беспорядок – теперь главная задача. Давайте тогда фиксируем срок максимум 3 недели с учетом там проверки перечня, мобилизации бригад наших и так далее. И полноценно этот подъезд тогда делаем. Высокое содержание железа и примеси. Остается острой проблема качества воды. Решение в данной ситуации одно – модернизация местного водозабора. И она уже запланирована. Этот проект прошел государственную экспертизу. И мы сейчас запросили у правительства деньги на саму работу, на проведение работы. Ориентировочно работа будет выполнена в 2025 году, если деньги нам доведут в 2024. А до этого для временного улучшения ситуации обследовать водозабор самим, повторить пробы, промыть сети и пробурить новую скважину. Такие поручения глава округа дал коммунальным службам. Вот на этом месте мы просим тоже построить детский сад. Он, во-первых, находится в центре поселка, туда удобно доходить. Там нормальный тоже, если из двух участков посмотреть, кусок земли. И шаговая доступность детей в детский садик. Речь идет об аварийных зданиях на улице Липовой. Построить здесь детский сад жители просят уже не первый год. И навстречу их желаниям пойти готовы. 2 участка с недавнего времени были переданы в собственность муниципалитета. Поэтому, Андрей Ильич, я предлагаю тогда всю эту территорию, там порядка 4 гектаров, в комплексе рассматривать с точки зрения там планировки, возможности размещения и социального развития. Да. Пристройка к Дубковской школе, очистка Юдинского пруда, ремонт детских игровых площадок – тоже вопросы актуальные. Из контроля главы округа не снимаются. Обращения внесены в протокол и взяты на проработку. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».